Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к тексту первой главы послания к евреям. Первая глава сразу открывается вполне себе содержательным богословским разговором, вовсе не так, как это делает обычно в начале своих писем апостол Павел. Потому что Павел чаще всего говорит о том, что «я, Павел, пишу к вам, потому что меня призвал в апостолы Господь Иисус Христос, и обращаюсь вот к, там, к таким-то, к таким-то». Здесь ничего этого нет вообще. И начинается разговор о том, что Бог в прежние времена, в древности, много раз, самыми разными способами, многообразно и многократно говорил нам в пророках, говорил через пророков. Вот, на самом деле, очень важная содержательная мысль, потому что для автора послания к евреям, как и, по-видимому, для его читателей, чрезвычайно важно единство Ветхого и Нового Заветов. Чрезвычайно важно то, что тот самый Бог, который говорил через пророков, тот самый Бог, который призывал довериться ему, исполнять заповеди Моисеева закона, тот самый Бог, который поставил Моисея, тот самый Бог, который поставил священство, вот он, говоривший пророками, теперь в последние дни или в это наше время обращается к нам в Сыне Своем. В Сыне Своем. Настали последние времена, и слово его донес до нас его Сын, как в другом переводе. Вот, во-первых, посмотрите, появляется это слово «Сын Божий». И, в общем, вызывает достаточно серьезное недоумение. Это сейчас, после догматических споров первого тысячелетия, после тринитарного богословия и халкидонского догмата, вот после всего этого, включая вплоть до догмата об иконопочитании, который тоже на самом деле не об иконах, а о воплощении Иисуса Христа. Да, вот сейчас, когда речь идет о Сыне Божьем, в общем, это у читателя, принадлежащего к христианской культуре, не обязательно даже христианина, не вызывает никаких вопросов. Понятно. Да, другой разговор, что, как часто, знаете, это генеалогическая картина, аналогия Отца, Сына и Духа превращается в некоторую тоже такую предзаданную стереотипную схему, которая закрывает для нас с вами глаза на возможность увидеть, что все вообще сложнее, чем мы можем высказать. Тем не менее, вот, сейчас понятно. Сейчас понятно, есть у нас с вами учение о Святой Троице, есть халкидонский догмат о единстве природ во Христе, есть там вера отцов церкви в то, как имеет смысл думать о Троице, об отношениях между лицами Троицы, все понятно. Что тогда означало это слово? Что тогда означало слово «сын»? Потому что ведь, пожалуй, единственная аналогия, которую такое словоупотребление могло навеять читателю, это, конечно же, разнообразные герои, полубоги всякие какой-нибудь эллинской или восточной мифологии, которые приключаются в результате браков,
каких-нибудь Зевсов с какими-нибудь тетеньками, да, которых эти Зевсы похищают в виде коровы. Ну вот всяческие герои там, прочее, прочее. Ясно же, что это не тот способ мысли, который мог привлечь автора «Послания к евреям». Тогда какой? Тогда что для него означает слово «сын Бога»? Ну, по-видимому, собственно говоря, можно только говорить о Мессии, о котором традиция Ветхого Завета говорит как об том, кто усыновляется Богу и через кого Бог усыновляет себе народ Израиля. Следовательно, речь не идет, вероятно, о таком вот богосыновстве в нашем современном догматическом смысле. Речь идет о том, кого Бог усыновляет, кого Бог принимает в свою семью, если хотите, и отправляет с некоторым словом к нам, к читателям этого самого послания. И вот, собственно, об этом и дальше будет говорить автор этого послания. Он говорит о том, что этот самый сын, он поставлен наследником Бога, наследником, то есть тем, кто приобретает или получает принадлежащее Богу царство. Для послания к евреям чрезвычайно важный феномен – это вот страна покоя, царство Бога. В разных переводах по-разному, но в основном, да, здесь пользуются терминологией псалмов и автор, и переводчики. И, соответственно, говорят скорее о стране покоя или вообще о покое Божьем, о том, что называется иудейским словом «шалом». Так вот, сын, через которого теперь говорит Бог, это тот, кто пришел после, в дополнение или в продолжение свидетельству пророков, и он, собственно, наследник этого царства Бога. Кроме того, еще здесь, в самом начале, автор послания к евреям заявляет одну тоже, в общем, новую и важную для нас вещь. Новую для нас, для христиан. Для иудеев скорее не новую. Это то, что через него Бог сотворил этот мир. Им же и веки сотворил в славянском переводе, в синодальном нашем переводе, через которого и века сотворил. Ну, вероятно, конечно, автор «Послания к евреям» мыслит по-арамейски или даже по-древнееврейски. И, скорее всего, у него в голове слово «алам», которое можно перевести на греческий, на все остальные языки, и как «века», и как «миры». Подобного рода двоение смыслов мы наблюдаем, на самом деле, и в книге «Екклезиаста» тоже. Ну вот, тот, через кого сотворены века, или тот, через кого сотворены миры. Почему вдруг? Как это должно восприняться читателями? Потому что современные читатели, воспитанные в христианской культуре, как правило, представляют себе спектакль кукольного театра образцов «Божественная комедия». Кто помнит, сейчас вспомнили, кто не знает, посмотрите, оно того стоит. Вот тот, кто создает, лепит, изготовляет весь этот мир. Что это значило для читателя «Послания к евреям», современного читателя, того, к кому обращается автор? Если речь идет об иудейской культуре,
то, как правило, все-таки представления такие, что вот Бог действует некоторыми разными способами, и эти способы можно назвать разными словами. В первую очередь это слава Божья, сияющее присутствие Бога в тварном мире, непостижимое, невозможное, но чрезвычайно действенное. Бог дает закон этому миру, закон, который формирует мир. Это Тора, это премудрость, это слово. Примерно таким образом мыслители иудейские, дохристианские представляли себе это сотворение. Бог произносит. Из его сердца, из его уст исходит нечто, что может быть названо словом, логосом, или что есть воплощенная каким-то образом действующая премудрость, или, в конце концов, Тора, закон. Причем нередко думали, что сначала существует Тора, а потом закон, мир, в котором Торе надлежит быть законом жизни. Или, можно сказать, сначала слово или премудрость Бога определяют отличие хорошего от плохого, определяют закон. И потом лишь мир, в котором этой правде Бога или этой премудрости Бога предстоит стать законом жизни. Примерно так же представляют нередко они и Мессию, который существует раньше, чем мир, где ему предстоит стать спасителем Израиля. Оказывается, вот некоторые попытки думать в эту сторону в дохристианские времена среди иудеев были, но, конечно же, далеко не такие, как вот здесь мы видим в послании к евреям. Потому что здесь говорится о том, что Сын, Мессия, это тот, кто и есть, кто и может быть назван и премудростью, и законом Торой, и Словом Божьим, через кого происходит сотворение мира. Если в более стандартном, более традиционном виде предполагается, что премудрость Божья или Слово формируют мир, то для автора послания к евреям это способ говорить о Сыне Божьем, о том, что исходит из самого Бога. Он, кстати говоря, в отличие от позднейших авторов, хорошо воспитанный и образованный иудей, поэтому он не пытается вторгаться во внутренние завесы, он не пытается рассказывать читателю о том, что происходит внутри Бога или как там внутри Бога все устроено. Да, к сожалению, позднейшие христиане потеряли это иудейское богословское целомудрие, ну и поэтому напели на эту тему много сказок. А здесь все понятно. Вот сын, которого Бог поставил наследником всего. Вот через него происходит сотворение мира, и поэтому его можно назвать и премудростью, и словом Бога. Поразительно на самом деле, потому что примерно так тоже мыслит чуть позже и автор Евангелия от Иоанна, автор пролога к Евангелию от Иоанна, в котором, соответственно, такой способ выражения является порождением именно иудейской мысли, а вовсе не греческой, как принято думать. Так вот, дальше автор послания к евреям пытается объяснить, что он имеет в виду. Он говорит, вот этот, сей, в нашем синодальном переводе, сын Бога, он называет его сияние славы. И образ ипостаси,
Потом в Евхаристии Василия Великого используется это выражение. Он сияние славы Бога. Слава Бога – это действие и присутствие непостижимого и невместимого Бога в этом мире, которое сопровождается сиянием и вот полнотой бытия. Слава Бога, которая как облако осеняет скинию собрания или при освящении осеняет храм, а когда храм осквернен, покидает его. Вот это слава Божьего присутствия, видимое ощущение, сияющее ощущение Божьего присутствия. Вот, собственно, что имеется в виду. И, очевидно, совершенно речь идет о иудейском понятии «шехины». Так вот, автор послания к евреям говорит о Сыне Божьем именно как о той самой славе Божьей, Шехина. Все, как проявляется Бог в этом мире, формирующее начало, которым Он сотворил веки, тот, кто есть закон мироздания, кто есть закон жизни людей, он же и сияние славы Божьей, и образ ипостаси его, начертание или, можно сказать, отпечаток божественной сущности. Тоже здесь ужасно легко было бы автору запутаться в терминах, которые еще совершенно не разработаны, не проверены, не опробованы позднейшими христианскими мыслителями. Что он имеет в виду? Начертание божественной сущности или отпечаток божественной сущности, образ ипостаси его. Очевидно совершенно в данном случае это не догматический термин, а это попытка сказать то, о чем, кстати говоря, апостол Павел, в отличие от автора послания к евреям, говорит просто. В нем обитает вся полнота божества телесно. Вся полнота божества телесно. Вот примерно эту же идею, но другими способами, не пользуясь этим выражением, пытаются сформулировать в самом начале автор послания к евреям. Вот в Боге есть нечто, что, может быть, мы сейчас должны были бы назвать личностью или сущностью. Здесь, понимаете, каждый термин обоюдоострый, потому что чуть не так его поверни, и, в общем, есть риск впасть в какие-нибудь заблуждения. Для автора послания важно, что тот самый Сын Божий, сотворивший мир, сотворивший века, в которой есть присутствие Бога, сияние Его славы, сияние Шехины, вот в нем некоторым трудно объяснимым образом для нас открывается личность Бога. Открывается личность Бога. В нем мы имеем доступ к Отцу. В нем мы можем встретить Отца Небесного. Вот что, собственно, здесь имеется в виду. И еще вдобавок автор говорит о том, что все он содержит словом силы своей, в славянском переводе глаголом силы своей. Вот именно он и совершает очищение наших грехов. Именно он восседает одесную престола величия Божьего на высоте. Ну, хорошо. В общем, читатель, конечно, понимает, что речь идет об Иисусе, и, в общем, в состоянии понять, что автор послания говорит, что Иисус есть Сын Божий, и это означает вообще все, что иудеи привыкли думать о действиях Бога, о проявлении Бога в мире, когда Бог проходит через этот мир, и сияние славы, и слово силы, и образ ипостаси, и наследник царства Бога, и в то же время
тот, через кого все сотворено. Вот. Он дает нам очищение от наших грехов. Далее, основная, собственно, тема большей части первой главы – это разговор о том, как соотносится вот этот Сын Божий с ангелами. Дело в том, что, ну, принято так, по крайней мере, думать среди толкователей, дело в том, что иудеи того времени полагали, что ангелы некоторым образом участвуют в даровании закона, ну, там буквально скрижали каменные с неба на крыльях, или там сами, собственно, чертят огненными перстами заповеди на скрижалях и так далее. Здесь разные степени подробности были визуальные образы, но суть в том, что ангелы поставлены выше мира людей. И через них, собственно, заключается тот самый Синайский завет, наследниками которого иудеи являются. Отчасти это было полезным образом мысли, еще и потому, что в эллинистической культуре, в эллинистической богословской мысли тоже некие подобного рода существа фигурировали. Там было модно разделять бытие на уровни, примерно как в учебнике биологии современном. Ну и там разные системы мысли помещали людей на разный уровень, там нижний или не нижний. Ну, а обычно такие вот ангелоподобные сущности помещались тоже где-то на верхних уровнях или прямо на самом верхнем. Ну и вот иудеи того времени часто полагали, что ангелы, конечно же, занимают там уровень, да, ниже самого Бога, престолы на ступеньку ниже, но выше людей, и через ангелов дается завет. По-видимому, обращаясь именно к этой привычной картине, автор послания к евреям в первой главе настойчиво при помощи целого ряда разных цитат, относящихся к Мессии как к Сыну Божьему и к ангелам, о которых изредка говорит Священное Писание Ветхого Завета, вот он говорит простую мысль: Христос выше ангелов, выше. Можно, знаете, если очень хочется, можно придираться к тому, как он подбирает цитаты. Хотя в этом смысле автор послания к евреям гораздо тщательнее и более вдумчив, чем некоторые другие новозаветные авторы, тем более позднейшие христианские мыслители. Вот в основном он говорит, он приводит несколько мест, где, как принято думать, говорится о Сыне Божьем, о Мессии, который усыновляется Богу. И главным образом это, по-видимому, коронационные псалмы, те молитвы и песнопения, которые использовались при коронации израильских царей после Давида. Каждый из них, пока еще существовали эти самые цари, ну, до какой-то степени все же был образом вот этого грядущего Мессии, потомка Давида. Ну и вот поэтому тексты молитв при совершении этой коронации имели некоторое вот такое вот значение. И здесь замечательные вещи говорятся, автор приводит такие цитаты, там, что «Бог сказал сыну моему: ты сын мой, я ныне родил тебя», а никому из ангелов он этого не говорил. «Ну, ты, сын мой, я ныне родил тебя», конечно, это все-таки цитаты из царского псалма, потому что
понятие о сыне в том виде, в каком мы видим с вами в первых трех стихах послания к евреям, тогда еще не было. Поэтому, да, можно придираться. Но можно все-таки постараться понять, что же хочет автор сказать. Главным образом, в первую очередь, вот что. Он говорит, что ангелы не называются Сыном Божьим. Никто из ангелов так назван быть не может. Только Мессию, того Сына, которым сотворен мир, которым очищены наши грехи, вот ему говорится: «Ты сын мой». Далее приводятся замечательные слова: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». И это, видите ли, цитата из пророка Исаии, где, собственно, говорится именно об усыновлении царя израильского, иудейского, или Мессии, который становится Сыном Божьим, он будет мне сыном, я буду ему отцом, и поклонятся ему все ангелы Божьи. «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радования более соучастников твоих». Здесь, знаете, такое впечатление, что раз начав цитировать, автор не сразу останавливается. Он приводит прекрасные, поэтичные, глубокие строки Священного Писания, главным образом псалмов, хотя от того, что он добавляет еще одну цитату, ни понятнее, ни убедительнее не становится. Но он действительно просто вот не может остановиться, настолько для него это важно, что вот то Писание, вот те псалмы, вот то, чем мы веками молимся, вот оно на самом деле, смотрите, как соответствует тому, что мы наблюдаем во Христе Иисусе. А ангелы же, говорит он, это служебные духи, посылаемые на служение тем, кому предстоит наследовать спасение. Другая картина мира, потому что у автора послания к евреям на первом месте после Бога люди, к которым посылается Сын Божий, а ангелы служат этому спасению.